Конструкторы Nissan также отметились в Париже громким дебютом. Это новый хэтчбэк Micra, который оживит европейский B-сегмент. В съемочной группе «Автопанорамы» японская новинка запомнилась как очень яркий и эмоциональный автомобиль. «Мы полностью переосмыслили Micra, которая стала воплощением нового подхода Nissan к дизайну». В эксклюзивном интервью нашей программе рассказывает Мамору Аоки, директор по дизайну Nissan. Фары в форме бумерангов, выразительная решетка радиатора, от которой отходят динамичные остроконечные линии, 10 броских цветов кузова. Мы постарались зарядить Micra эмоциями по максимуму. Двигатели на выбор два. Это 900-кубовый бензиновый моторчик с тремя цилиндрами, либо дизельная четверка объемом 1,5 литра. Оба выдают 90 лошадиных сил. На дорогах новая Micra появится следующей весной. Ждем не дождемся.